Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Недавно о дочери Александра Серова стало известно, что папе необходимо лечение. Его состояние вызывает опасения у врачей. Очень много поступает вопросов о самочувствии папы. Хочу выразить благодарность всем за ваши пожелания и за поддержку, а также за внимание. Он в надежных руках, под бдительным контролем проходит интенсивное лечение. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости. Желаем скорейшего выздоровления и позитивного настроения. Главное, настраиваемся на самое лучшее. Все будет хорошо. Написала в личном микроблоге в Инстаграм дочь знаменитого певца. Стоит отметить, что информация о том, что исполнитель хита «Мадонна» попал в больницу, стала известна еще в пятницу. Его привезли с подтвержденным коронавирусом, а поражение легких достигло 75%. Ситуация достаточно тяжелая, но пока что Серов не подключен к аппаратам и борется с болезнью самостоятельно. Стоит отметить, его друг, композитор Игорь Крутой, постоянно на связи с медиками. Он переживает за его здоровье и делает все возможное, чтобы помочь артисту. В соцсетях он призвал подписчиков молиться за артиста. «Мой друг Саня заболел этой заразой. Помочь ему при всем моем желании я не могу. У меня ко всем подписчикам нашего салона огромная просьба – помолиться и при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Саши Серова», – поделился переживаниями композитор. Поклонники тут же принялись желать Серову скорейшего выздоровления и молиться за него. «Как жаль, что беда настигает лучших. Будем верить в силу Александра. Желаем безграничного здоровья и сил. Пусть все будет хорошо. Мы в него верим», – писали фанаты под постом. Как сообщалось ранее, экс-избранница 67-летнего Серова, подарившая ему в свое время дочь Мишель, призвала общественность надеяться на лучшее и попросила подписчиков не беспокоить ее многочисленными расспросами о состоянии тяжелобольного бывшего мужа. «Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что все будет хорошо», – подчеркнула блондинка в личном блоге. Напомним, что сначала Серов проходил лечение в больнице, расположенной около его дома. Когда же состояние звезды стало ухудшаться, его направили в другой госпиталь. Там музыканта сразу поместили в отделение реанимации. Сейчас за его жизнь борются лучшие специалисты. 67-летний Александр Серов подхватил коронавирус еще несколько дней назад. Сначала артист проходил лечение в госпитале, расположенном около его загородного дома. Однако состояние музыканта стало ухудшаться, в связи с чем его перевели в одну из столичных больниц. Там кумир слушателей сразу же попал в реанимацию. Друзья Серова подтвердили тревожную информацию. По их словам, музыкант в тяжелом состоянии и сейчас находится под кислородной маской. Сам Серов еще недавно вовсю делился творческими планами. В середине сентября артист успел поучаствовать в записи нескольких телевизионных шоу. Также он продолжал работать над новыми композициями. Пока неизвестно, где именно музыкант заразился коронавирусом. Отметим, что этой осенью многие представители российского шоу-бизнеса пытаются справиться с коронавирусной инфекцией. Народный артист России Валерий Гаркалин попал в больницу номер 40, которая расположена в коммунарке, в начале октября. Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии, однако изначально поражение легких было незначительным. Через несколько дней заболевание стало прогрессировать, и актера ввели в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату ИВЛ.